Пари, 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 мобес. Школьники сольют все раунды в ЛС. Я, как всегда, ну, прождал женщину полчаса, но ничего страшного. Ничего страшного, кто из нас не ждал женщину полчаса? Ты ждала когда-нибудь женщину полчаса, Ксения? Конечно. У меня справа от меня недавно, буквально пару секунд назад, сидела женщина, которую я ждала полчаса, и из-за чего ты меня ждал полчаса. Видишь, это порочный бабский круг. Да, это делегирование ответственности. Делегирование. Да, от... да. Плюс секс сразу. Ну, естественно! Естественно. Не поняла. Ну, это все, это игроки здесь. Так, а у тебя есть ссылка на нашу трансляцию? У тебя ее нет. А надо тебе дать, чтобы ты разместила... Дать ссылку, да? Дать ссылку, чтобы ты разместила. Я не умею делать свайп, не могу делать свайп, потому что у меня нету 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, поэтому, чуваки, подписывайтесь на меня в Инстаграме скорее, блядь. Ой, сорян. Вот, ты уже... Меня... Я уже грязный рэпер. Чтобы у меня была возможность делать свайпы, и чтобы вы могли переходить быстренько по ссылочкам на мои новые треки, клипы, все, что вы так ждете. Охуенно. Вот. Пацаны, я тоже бы вас это попросил, но у меня нет Инстаграма, поэтому как бы... И у тебя нет Инстаграма? Нет Инстаграма, конечно. Вот я почему без паники. Я не могу тебя найти. У нас же есть такие хорошие фотографии с тобой классные, а я не могу их... Так, Ксения, что, какие у нас есть с тобой фотографии? С батлом, фотографии. Да, с батлом. Очень милые фотографии. Где мы ругаемся с тобой, да? Ну, слушай, мы, по-моему, ни разу с тобой не ругались особо. Ты мне в любви даже разок признался. Ну, что ты начинаешь? Я вообще-то брутальный. Я брутальный рэпер, а ты начинаешь. Давай срыв покровов потом. Уже чат все, уже хохочет. Чат уже хохочет. Так. А я не вижу. Мне нужно, да, выйти, посмотреть, что там пишут в чате. Я хочу открыть. Ты можешь, да, открыть просто. Я бабуля просто. У меня тут сидит внучка моя. Она сейчас мне поможет. Как ты, как говорит Тамилевская, выглядишь, будто бы ни разу не рожал. Так, я тебе отправил ссылку, сделай репост. А там только вообще все будет. Так, спалили вот игрока, все туда, да. Слушай, я уже сделал репост себе на стену. Все, значит, все. Нас уже смотрит, да, 600 человек почти. Это прекрасно. О, Валя, здорово, респект. Валя Жиляков зашел. Ксения, ну что, ты готова сегодня к ночи откровений? Я готова к тому, чтобы стрим, на секундочку, я не смотрела с компа. Хотя можно посмотреть отсюда, да. Ой, господи, как это сложно. Я никогда... Это, мне кажется, очень сложно вести стримы. Это все... Вести стримы, конечно, очень сложно. Этому надо очень... учиться 10 лет. Слушай, пацан, очень сложно. Я даже не буду... Я не могу одновременно смотреть и одновременно отвечать на всякие вопросы. Поэтому, поэтому ты не парься. Риф, ты где? Как? Я здесь. Где мне быть? Ну? Ой, как много они пишут. Ничего да, себе. 600 человек на тебя пришло. Посмотри, Ксения, конечно. Дратути. Я что? Я не смотрел еще батл. Вот батл сегодня с Ксенией. Посмотрим. Топ-аналитика. Какой батл? Какой? Какой? Давай поиграем, Ксения, в игру. Какой батл мы можем с тобой посмотреть сегодня? Ну, давай подумаем, какой батл мы можем какой сегодня батл? Посмотреть. Слушай, я посмотрела батл Вали Вальчинского. Это мой любимый батл-рэпер, на самом деле. Вот, и он очень крутой. И я даже не знаю, какой батл после этого я могу посмотреть. Ну, слушай, что ты так начинаешь про Валя? Есть еще один рэпер, Рифмобес. Он, конечно, не Валя Вальчинский. Ну, слушай, но он да, тоже что-то может. Нормально. Рифмобес выходит во фристайле, разматывает. Ёб твою! Слушай, Ксюха, тебя любят? Илюха спрашивает. Илюха, респект огромный за донат для начала. Ты просто на новые Bluetooth-наушники разрываешь. Ксения, сразу тебе вопрос. Смотри, зашел ли тебе панчлайн? Зашел ли тебе панчлайн? Ксюха на полусогнутых, значит, всегда готова. Как тебе этот панчлайн? Я просто... Я не понимаю, типа... В смысле? Ты не понимаешь этого панчлайна? Нет, если ты можешь мне объяснить, то я с удовольствием. Тебе надо объяснить панчлайн, Ксюха на полусогнутых, значит, всегда готова? Да, объясни. А, ну как бы тебе так сказать? Ну... Вот, знаешь, есть некоторые стартовые позиции, и вот позиция на полусогнутых, она как бы такая, как бы вот сформулировать, она такая, знаешь, располагает к как бы подготовке к чему-то,
к чему-то. Ну, как бы, он имеет в виду, что если Ксюха на полусогнутых, то что-то ей не скажешь, она как бы всегда согласится. Как ты думаешь, это так или нет? Нет, это вообще не так, ни разу. Не так, да? Ни разу, конечно, конечно. Я понял. Ну, естественно. Я вот тоже так и подумал, собственно, поэтому я вот и спросил. Так, Олег Серегин также донатит. У Монарис какие-то средние слова, зато они в очках и руками махали, заебись лопорт игрокам. Победил диктатор. Запишите на ремень Рома Раймер. Ну, игрок, ну, хитрец. Время начала скрима так скрытно переставляет, а игроки в замешательстве понять не могут. Да, мы такие, мы скрытные. Не бать идти на канделаке, просто. Как ты, зачем идти на 140 BPM просто? Это же fast flow. 140 BPM меня не берут, Ксения. Ты сдавала, кстати, заявку на 140 BPM? Я зачем? Ну как зачем? Знаешь, Эдди Кингс-то говорил мне, типа, Ксюха, ты так круто читаешь, а потом, типа, на видео сказал, да мне просто не нравится, как читает Ксюха, типа. И это как бы очень странно. Поэтому я... Да нет, это батл, это вообще не моя история. Просто есть несколько персонажей, да один, блядь, с которым бы мне хотелось забатлить, я уже это говорила миллион раз, блядь. Все остальное, ну просто не горит, и все, что, зачем мне батлеры? Фристайл мне нравится читать, просто кайфовать. Делать рэп. Ну смотри, ну Эдик, он же рыжий. Ты поверила рыжему мужчине? Но это же не стоит так делать. Я поверила, просто я, короче, верю Максу Мунстару, а Макс Мунстар так хорошо о нем отзывался, что я, блядь, верила, понимаешь? Видишь, все это цепочка, блядь, батл рэпа пидорасного. Пидорасного, нихуя ты! Видишь, люди, они, блядь, вот такие, они оказываются Эдик Кингста. Ты видела стрим, где он показывает соски? Что ты говоришь? Видела стрим, где Эдди Кингста показывает соски? Хорошо, что, блядь, я вообще не слышала. Слава богу, я сейчас понимаю реально. Я думала, чувак, начать, типа, делать стримы, тоже общаться там с людьми. Я люблю попиздеть, в конце концов. Но, как бы, это слишком жестко. Это отдельный такой социальный мир, где мне пока что тяжело с моими бабскими понятиями. Бабульскими, вернее, не типа женскими, а типа я как бабка. Лев Рэпакс задонатил нам 10 рублей и подписал ББК. Я не знаю, что такое ББК, но это что-то, наверное, значит. Это значит бабка. А, бабка, все понятно. Ксения, вопрос. Бабка. Да. Вопрос, который бередит умы вообще всем. Почему бередит? Да, я сейчас модно в батл-рэпе, тренд пошел на использование старых слов, таких, знаешь, бередит. Бередит, это керамбит моду ввел такой. Бередит умы вопрос, почему на полусогнутых? Потому что, блин, да я уже, я очень много раз отвечала на естественно, этот вопрос. Ну, естественно, В каких-то там интервью, где-то там еще. Короче, на полусогнутых, когда ты читаешь рэп, чувак, ты как вот стоишь? Я тебе, когда мы увидимся в следующий раз, ты будешь читать, я тебе покажу. Когда ты читаешь рэп, ты же типа, ну я не могу в полный рост стать, ты же стоишь на полусогнутых. Когда ты едешь на скейте, ты стоишь на полусогнутых. Когда ты там рисуешь граффити, что-то там, ты стоишь на полусогнутых. Когда ты качаешься под хип-хоп, ты стоишь на полусогнутых. Это 5 элементов хип-хопа, в принципе, которые собраны, ну это частичка, которая их объединяет, типа. Я всегда на полусогнутых. Но не в плане, блядь, вот ваших уебанских, блядь, шуток. Я просто не знаю, как их, типа, еще назвать. Мне просто люблю матом поругаться. Поэтому мне хочется сейчас. Я понял. В общем, на полусогнутых это основа движения. Я понял. Слушай. Основа трафика underground бренд. Основа трафика underground. Пятый элемент хип-хопа. Мы нашли просто пятый элемент хип-хопа только что. На полусогнутых. Я понял. А ты как, сама придумала или кто-то тебя сподвиг вообще на вот это вот? На полусогнутых придумать? Ну, да. Нет, просто как-то так это давно очень было. Лет, наверное, 5 назад. Вот. Мне было лет 16. И даже раньше, может, лет 6 назад. Ну, типа, какая-то такая, знаешь, хидора. История, а типа. Ты сама это придумала или кто-то тебя натолкнул на эти? Конечно, я придумала, просто, блядь, знаешь, типа, ты слушал андеграунд вообще? Я же представитель андеграунд школы. Ты представитель андеграунд школы? Андеграунд — это Паша Техник, за ним стоит андеграунд, нет? Паша Техник, друг мой. Вот, ну, за ним же стоит андеграунд, правильно, я все, я шарю. Нет, ну, из андеграунд такой музыки мне очень нравилось, пока никто не умер, Чемодана, 2008 год или 2009, очень крутой музыка. Вот, об этом тебе я и хочу, Владик, рассказать. Об этом сказать тебе и хочу. У Чемодан клана OSM4 есть трек, не помню, как он называется, но там они прям читают вот так...
и там двоебнутых, на полусогнутых. И я, представляешь, вот это слышу такая, а я уже, у меня треки какие-то были написаны, мне очень хотелось как-то назваться. У меня вообще очень грустная история моего хип-хопа вообще, как он начал, типа, начинаться. Ты мои треки даже никогда не слышал, вот решил меня на стрим позвать, а даже, ну, никогда не послушал трека моего. Я слышал, я видел клипы твои, где ты с про килограмм. Да? Естественно, а где... Ну, это же не мои, это общий... душу-то мою, куда я сама, когда пишу трек свой, ты же не слышал даже. Вот, Владик. Вот ты, ох ты, как заходишь-то. Ну, слушай. А ты готовился? Естественно, мы вообще всегда готовимся к интервью, у нас так принято. Всегда вообще готовимся, поэтому я не знаю вообще, что спросить. Но я готовился. Ну, погоди. Я думаю, это просто, типа, ты меня... пригласил вот так. Погоди. Нет, просто я бы тебя, конечно, тоже пригласил, но сегодня мы на интервью, как бы. Владик, да, и Ксюшка у нас сегодня, я аж это, задрыгался. Так, тихо, все, охладим сейчас. Сейчас немножечко охладим мы это все. Немножечко я маленечко поплыл, но сейчас я соберусь. Сейчас я соберусь, и мы начнем выдавать. Так, коты смеются, значит, это. Так. Они любят. Они любят. Девочек приглашают. Так, мы погоди. С тобой читать рэп-то сегодня. Да, мы будем вообще все, что угодно сегодня делать. Рэп читать, как Бамблбизи не читал. Бамблбизи челлендж. Погоди, что я тебя хотел спросить-то? Хороший рэпер. А как ты вообще в рэп-то пришла? Вот ты же, ну, у тебя нормально. Две руки, две ноги, ты женщина. Зачем же пришла в рэп? Грустные истории, не хочу на таком. Когда меня Дудь позовет, расскажу. Дудю расскажу. Погоди, блядь! То есть батлы смотреть буду Вальчинского, рассказывать буду Дудю, а чем мы с тобой заниматься будем? С рифмобесом. Батлы со мной будешь? Ну, понятно. Как всегда, блядь. Как фристайли, как это, как нормальные люди. Все сливки Дудю и Вальчинскому, я понял тебя. Да нет, ну слушай, ну это просто такая, хочешь, я, ну нет, я шучу просто на самом деле. Да я понимаю, типа, видишь. Мне кажется, что я бы даже Дудю не рассказал, типа. Ну это грустный, даже Дудю, типа, вещь, а Даниле Козловскому рассказала бы? Даже Дудю, ну если бы денег кучу мне заплатил. А вот, Данила Козловский, если бы тебя попросил? Данила Козловский сказал бы, расскажи, ты бы рассказала? Ну, давайте так, если я, короче, выпущу альбом все-таки, я надеюсь, я просто, ну, сейчас над ним работаю, очень верю в него, вот, и если я его все-таки выпущу, и он выйдет, то я обязательно к тебе на стрим, вот я тебе вот сейчас говорю, тут приду на стрим к рифмобесу, и именно ему расскажу, с чего начался мой хип-хоп. Это просто грустная история, я сегодня тоже, ну, там, рассказывала уже с подругой со своей, вот, общалась на эту тему. Но это такая, блядь, не, ну, жесткая хуйня, типа, жесткая, реально. Понимаешь, в хип-хоп такое приводит только лютая хуйня. Вот, прям супер жестко. Что по донатам? Риф, как тебе видео Сёвы Джихуняна с вызовом тебя на батл, который я тебе прислал? У молодого игрока много шансов, Лев, им надо заняться. Теряю донатную девственность, шиш красава. Так, что там всякие у нас предложения непристойные? Риф, ты просто топчик. Илюха, спасибо огромное тебе, респект. Ксения, тогда рассказывай, если как ты пришла в хип-хоп, темная закрытая история, как ты пришла в батл рэп? Про батл килограмм, рэп? Откуда вообще ты его знаешь, как родилась идея ПДВЛ или со Львом Рэпаком, когда ты выходила батлить, как короче вообще ты затесалась в это все? Про килограмм, это, типа, ну, хороший чувак, типа, просто, Лев, это мой близкий, короче, очень, типа, чувак, ну, типа, близкий, он мой батя просто, мне кажется, типа, ну, я его очень люблю, типа, как, не знаю, как какой-то брата своего или что-то такое, вот, типа. Вот, и он меня как бы привел как-то во фристайл, понимаешь, он меня там со сцены поймал на фестивале, короче, просто, типа, такой говорит, я тебе завтра позвоню, приходи, и будем с тобой делать, типа, приходи, будем читать фристайл. Вот, и я как бы начала к нему ходить, мы начали делать всякие движухи. Вот Жень тут курит, блядь, свои сигареты вонючие. Вот. Ну и что, Лев тебе просто сказал, а давай ворвемся нарвать на битах? Нет, слушай, ну мы со Львом были уже очень давно знакомы, после того, как нам предложили ворваться нарвать на битах. Вообще, рвать на битах первый раз, когда появилась, мы с Максом тоже давно знакомы, с прокилограммом. И потом я выиграла один, типа, фестиваль, короче, рэп-завод, типа, есть такая штука. Это где Димас-то интервью берет, да? Ну да, да. Ну, я вот знаю, да, опасно. И, короче, я выиграла
первый сезон этого рэп-завода. Вот, кстати, единственный я участник рэп-завода, который не заплатил ни за что. Ни за, блядь, участие, ни за... Это съемка, там, знаешь, сколько стоит на этом рэп-заводе? Ну, это... Хотя, все, я не буду хейтить чуваков. Ну, в общем, мы давно тоже знакомы с Максом. И как-то получилось так, то, что Макс говорит: «Йоу, Ксюх, тут появилась новая площадка, называется «Рвать на битах». Вот, походу будут батлы, вот я про тебя рассказал». Ну, надо что-то придумать. Это еще супер давно тоже было. И я рассказала Рыпаку об этом. Он еще тоже думал, что это вообще какой-то, типа, пиздеж. И потом как-то так получилось, то, что через год вообще, наверное, с Лакосом я уже познакомилась, мы побатлились. Типа... А Лакос круто фристайлит? Лакос круто фристайлит? Ну, я его... Он, ну, мы очень много раз не батлились, он ни разу меня не разъебал. А, окей, вот. Окей. Угу. Но надеюсь... Ну, точнее, надеюсь то, что так будет и дальше, но в плане того, что я буду развиваться, и Лакос тоже будет развиваться. Но сейчас не об этом. Ты спросил о чем другом. А, ну вот. И, короче, я как-то все это шло к этому. Уже где-то, наверное, год мне вот так рассказывали. Типа, вот, мы хотим тебя позвать, мы хотим тебя позвать. Уже вышел первый батл там с тёлками, типа, Мози Монтана, это там, блядь, Ира PSP, Лена Раш, вот. И, короче, потом хуяк, мне звонит Рыбак и говорит: «Йоу, Ксюх, нас с тобой позвали нарвать на битах». Типа... И я такая: окей, круто, очень круто. А у нас еще были тогда гастроли, типа, это было в прошлом году, зимой. Это было реально жестко. Мы и каждый день мы летали там, ну, типа, из города в город, типа, mm-hmm. и было страдальчески тяжело немножко. Не прям так пиздец, но тяжеловато. Писать тексты в процессе вот этого всего пиздеца. Плюс я еще переезжал, типа, ну, короче, был жестко. В общем, но мне понравилось. Ну, это кайф. А с прокилограммом получилось так, то, что он... что-то Макс говорит мне: «Блядь, вот сейчас будет батл, давай заявку подавать», типа. Я говорю: «Макс, да я не могу, типа, я вообще не знаю, типа, зачем. Ну, батл рэп — это вообще не моя история. Ну, просто иногда, типа, можно раз там в год просто выйти с кем-то побатлить, либо показательный батл там, либо что-то такое, либо жесткие какие-то у вас терки, типа, побатлиться, реально пожестить. Все-таки это, типа, искусство, как бы, ну, музыка и вся эта хуйня». Вот. Ну и он мне говорит: «Давай, блядь, на батл пойдем разъебывать свежих типов». Я говорю: «Да давай, блядь, это, напишем Дэну Чейни, попросим там букера кого-нибудь, ну, поставьте нас, ну, побатлиться, что они, блядь, скажут нам, идите нахуй, не знаю, если скажут, то пусть скажут». Ну, в общем, Макс захотел свежей крови, сказал мне: «Давай, блядь, станка там потянул, все, у нас команда, короче, мы должны были в Калининград лететь, короче, а у меня был V1, и я не смогла полететь снимать эту заявку, и они решили без меня вообще идти нарвать на битах». А потом, блядь, мне Макс звонит и говорит: «Станок слился, я приезжаю в Москву, Ксюха, залетай быстрее на заявку, надо ее отправить там до завтра, пиздец». И я вообще в шоке, прикинь, сижу, типа, что делать. Ну вот написала, типа, заявку, но меня тоже бомбануло что-то, и я написала заявку. Но я просто выдохлась, реально, батл-рэп не моя история. К тому же я, ну, как бы респектую Валю Вальчинскому. Да, когда ты говоришь «выдохлась», я почему-то начинаю улыбаться. Собственно, многие говорят про дыхание. Что у тебя с дыханием, расскажи. Конечно. Как курение. Ну, я бросила курить уже почти год, сколько я с сентября. Я еще потом Айкос курила, потом я вообще и Айкос бросила, и вообще сейчас, ну, не курю как бы ничего. И это сказывается на дыхалке, потому что ты же был. Вот, мы же виделись с тобой, когда прям недавно, меньше недели назад. И как тебе? Я задыхалась сильно, когда читала куплет свой? Нет, Ксения, ты не задыхалась. Ты молодец. Ну, честно, я не вижу твоего лица. Ну, просто ты так говоришь. Зачем ты меня байдишь на какие-то шутки? Когда мы последний раз виделись, я не задыхалась. Это на самом деле просто это все, это меня чат настраивает, понимаешь, на такую хуйню, блядь. Это они виноваты, они виноваты. Нет, ты не задыхалась. Ты хорошо читала свой фристайл, естественно. Мы же виделись на батле, и все. Вот, погоди, сейчас я донаты быстро прочитаю. Так, привет, Риф, добрый вечер, Ксения, хорошего стрима. За сколько зачитаете фристайл вместе? Всем салют из Риги. Ну ты кидай, Эдгарс, и мы обязательно зачитаем. Так, салют, Риф, что первым батлом? Читаем, есть новые биты.
Будем смотреть Top Flow Monarchs. Будем. Сегодня точно посмотрим этот батл. Так, приди, охлади мой пыл. В влюбилась после строчки про Ганфигер. Ну, влюбилась ли ты в Валю Вальчинского, Ксюша? Валь... Ну нет, не влюбилась, но он как бы, понимаешь, это чувак, вот я, можно, да, скажу свое мнение, я как бы просто, ну, люблю людей вообще, типа, люблю общаться с людьми, я не какая-то жесткая там, типа, пизда, короче, и вот Валя просто чувак, который, мне кажется, это его история, вот, понимаешь, это его история, вот это рвать на битах, это его история, он пришел покорять этот Олимп, типа, это реально чувак, который, ну, не... можно назвать его задротом, но нет, это слишком жестко, типа, наверное, да? Ну, какой-то вот тип такой, понимаешь, он, блядь, он живет этой культурой с добрым помыслом, понимаешь? Да. Он не хочет, он против наркотиков, там, он вот такой вот, типа, Эминем такой, и это очень прикольно, поэтому я ему как бы респектую, потому что я в нем вижу какого-то младшего брата, как мой малой, вот, мне кажется, такой тоже. Согласен, согласен. Прикольно. Валя Вальчинский очень крутой чувак, очень жалко, что проиграет в финале, к сожалению, рвать. Почему ты думаешь? Ну, в финале он проиграет. Я уже перевел деньги просто Дэну Чейни, мало кто знает, но мы продали две наших калужских квартиры, живем в моей кальянной со львом. Вот, поэтому Валя Вальчинский — это, конечно, красивая история про Эминема, который не смог. Вот, а ты будешь той девчонкой, девчонкой, которая стоит там, как, помнишь, восьмую милю смотрела, которая стоит такая... Ну, красивая. Фак еще показывает Эминему. Слушай, знаешь, я сейчас скажу, я не смотрела «Восьмую милю». Чего? Я не смотрела «Восьмую милю». Как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я могу одеть костюм единорога. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это все. Сейчас я тебе хочешь еще? Я смотрел раз 9. Да какой самый, наверное, частый фильм, я который... Я посмотрю, посмотрю на днях. Перекиньте. Да, обязательно. Мопесу, чтобы он пришел в себя, а я тогда, если вот вы ему задонатите на наушники, что он там хочет, то я обязательно посмотрю «Восьмую милю» и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ксения, ну если ты будешь в Калуге и захочешь где-то посмотреть «Восьмую милю», у меня есть отличный кинозал. Я говорила тебе, что ты похож на моего бывшего. Так, все, все, это пересекает границы все. Все, Ксения, вернулись, работаем. Все, у нас стрим, мы хватит. Да, все. Слушай, не, на самом деле, как бы все, хватит таких шуток. Все, мы, да, все, мы держим. Это они байтят, это чат байтит, чисто чат байтит. Я его очень люблю, и он, кстати, мой битмейкер. Он пишет очень крутые биты. Вот мы, кстати, записали уже на мой альбом трек с... чуваком очень крутым, с Казяном из АУ-74, и вот раз бит моего молодого человека. Кайф, кайф. Так, сейчас смотри, запомню. Какие у нас вопросы? Отвечай, не конечно. Знаю. Да нет, они уже скинули, потом разберутся без меня. Ксюша, а как ты отреагировала, когда про килограмм начал орать с панча, если посадить вас на хуй, один из вас точно будет не против? Да блин, слушай, я не хайповый рэпер, походу, я не обратила внимания вообще на это, я не обращала на это внимания, понимаешь? А, ну вот. То есть, ну ты не удивилась, почему Максим так обрадовался, то есть, а как ты думаешь, кого они имели в виду, ну, в этом панчлайне? Ты уверен, что он обрадовался, типа, я не знаю просто. Я не знаю просто. Давай позвоним ему, блядь, я ему реально скажу, Макс, ты чё? Ну что ты, Максим же не тот человек, сейчас мы будем его дергать. Я не помню, чтобы он обрадовался, и вот сейчас... Искренне, ты меня задел. Я-то чё, это донат пришел. Некий Эн говорит, про килограмм начал орать с панча, если посадить вас на хуй, один будет не против. Я звоню. Все, про килограмм я звоню. Подожди, этот чувак, вот где он там? Давай, скажи, пожалуйста. Ты видел, сейчас мы позвоним Максиму, он семейный человек, без 10-10, у него уже... А, это важно. Сейчас мы ему позвоним и спросим у него, Максим, почему ты так подло поступил с Ксюхой? Но я вообще на самом деле угораю дико, но я могу Максу позвонить. Ну, как бы, мне кажется, что он не проорал. Ну, если проорал, ну, чё, прикольно. Типа, можно проорать, но может, как бы, ну, прикольно. Если шутка, типа, смешная, почему не смеяться, типа, над шуткой? Как бы, почему бы нет, я не знаю. Согласен, согласен. Так, рифмобес, руки на стол положи. А, это чувак! Привет, это чувак, блядь, неадекватный, который мне звонил. Представляешь, мне звонят дети из Инстаграма. Ты смотрел батл Вали Вальчинского и... OG Gang? Да. Да. Смотрел. Короче,
Видел в начале стрима, там сказали про пиздюка, который типа позвонил Джекаджо с утра, да, и сказал ему, да, то, да, что да, да, это он мне сейчас звонил, прикинь. Легендарный пиздюк, блядь, а мне, сука, не звонит, блядь. Понимаешь, он мне звонит вчера, я сижу здесь на кухне, он мне звонит и говорит, типа, йоу, Ксюха, здравствуйте, вы смотрели батл, типа, я такая, а это кто? Он такой, это тот, про которого говорят на второй минуте, типа, я тот чувак, который позвонил Джекаджу, и я думаю, блядь, откуда он берет наши номера, типа, что за пиздец вообще? Пиздюк уничтожает, ёпты. Это просто, он где-то, он среди твоих подписчиков тоже есть, позвони, пожалуйста, рифмобесу, как нибудь перед батлом, скажи, что его разъебут. Ну ты представляешь, как Джекаджо... Погоди, вот, а его зовут не Альфир Ахмадеев? Я не знаю. А может быть он тебя... Да ладно, слышь, он что, уничтожает, блядь? Ёпта. Он такой хайповый. Слушай, нихуя, блядь, теневые войска, ёпты, за мной следят, блядь. Ёбнуться. Что за жесть? Вообще, пакет яровой он с собой носит. Слушай, это нормально, нормально. Солидный, блядь, пацанчик-то нахуй. Серьёзно, блядь. Так, что у нас тут? Нет, я Захар, это другой чувак. А, другой, все, я понял. Который мне пишет, его зовут Захар, это он мне звонил. Вот он пишет, я чекаю стрим, он адекватный. Тебе звонит еще какой-то, видишь, они как хотят поболтать-то с рифмобесом. Да, а Ксюша игрок или игрокиня? Ксюша игрок, запиши на Оби-Ван Кеноби топор, записал. Я вообще не понимаю школу дрочеров. Так, там малой говорит, что типа разъебали Монарексы, но за топ-флоу голосуют. А что у тебя так мало денег? Почему тебе так мало денег донатят? Бля, Ксюха, ну что делать, блядь? Ну игроки. Ты некрасивые, что ли? Пацаны, мы богатые. Сейчас пацаны соберутся и накидают. Вот ты еще увидишь, что у меня денег больше, чем у москвичей вообще. У меня такси дороже стоит до работы, типа. Сколько у тебя отображает 100 рублей? 100 рублей, это вообще... А, да, а у тебя... А, стой, у тебя больше, да? Это я просто на полу... Ну, маленечко больше, Ксения, да? Да, сколько ты уже набрал, нормально? Это было очень мило, на самом деле. Да не, нормально, у нас дела идут, ничего. А слушай, я не знаю, сколько ты набрал, мне интересно. Я хочу, чтобы они помогли тебе сегодня, ребята твои, сделать наушники пиздатые. Спасибо большое, Ксения. Так, погоди, так значит, вот, ты попала нарвать на битах, и да, ты впервые в жизни, получается, села писать батловый текст, до этого ты нигде не батлила. То есть, да, первый батл это со Львом Рэпаком против Алфавита и Маши Химы. Да. Информация про то, что они предлагали выбрать тебе шмотки, Facts или Наебалово? Да, есть, конечно, знаешь, как мы угорали с этого, ну ты прикинь, он просто, Алфавит пишет, типа, давай оденем наших, типа, малышек, как кисуль, типа, чтобы они были, типа, сексуальными пиздатами. И мы с Рыпаком еще то ли в самолете летели, то ли где-то ехали. Он мне вот так показывает, я такая, что, типа, ха-ха-ха, короче. И как бы проорался это очень сильно. О, а Акул Бист, это не Нанград-то ли? Может быть он. Так, здорово, братан, как обещал, 14 апреля, тебе с Львом респектух, я в жизни в охуе, удачи, приятного стрима. Спасибо большое, тот самый в синем, респект. Риф, я вызываю тебя на батл. Заебись, братан. Все, в Питер рви. 27 числа на В1 в Питере, 5 на 5, Москва против Питера. Вы поедете, ты купил билеты, как расцениваете шансы на победу? А я вообще не в курсе. Я еду, я точно еду. Ты в команде с нами? А меня Рэпак пригласил после, да, он сказал, что. О, ничего себе, ты в нашей команде, прикольно, круто. А у вас в команде 4 девчонки и один? Да-да-да. Это круто, нет. Нет, как нет? Всего две девчонки, ну две жить можно. Все, ты че, да. Кто, какие девчонки? Всего две девочки, я и ты. А, всё, а ты меня подъебала только что, да? Я правильно понял? Нет, я просто учусь шутить, блядь. Это жесткий, я понял. Нормально, шутка. Этот, блядь, грайм шансон. Все отлично. Я, короче, учусь, как, блядь, Ксения Собчак. Ну нормально, я как бы мило улыбнулся, так типа, да, хорошая шутка. Юмор у тебя классный, вообще охуенно, действительно. Почему нет? А кто еще с нами едет? 5 человек, ты знаешь их или нет? Я знаю, кто с нами едет. Ну, но кто? Не с нами, как бы, а кем мы там будем батлить? Я не знаю, можно ли это говорить, поэтому... А, может быть, закрытая инфа, я понял, хорошо, я воздержусь. Ну, скорее всего, да, поэтому я не буду говорить, кто. А за Питер будут сильные игроки батлить? Там будет Мунстар батлить или нет?
Что? Короче, за Питер будут очень сильные игроки, блядь, нас разъебут. Но нам надо готовиться, конечно, ну, типа, ну, как готовиться, типа, морально понимать то, что это, типа, серьезно. Ну, ты крутой, типа, ты круто батлишь, ты, как бы, ты хороший нон-град, мне кажется. Мне кажется, ты хороший нон-град. Я хороший армянин, да? Хороший армянин, нормально. Ну, я не знаю, или, может быть, я тебя мало знаю, но ты просто не кажешься мне пидорским каким-то человеком. Я не кажусь тебе пидорским, Ксения, за сегодня лучшего комплимента я не слышал, но это не... Спасибо, типа, спасибо. Знаешь, с каким-то злым... Я серьезно, блядь, с того раза... Чё ты как Амиран, блядь? Ну я не могу просто, я не могу. Тут еще в чатике они шутят, блядь. Они просто разъебывают. Ты же знаешь, что я батлил с Нонградой? Ты в курсе? С Нонградой я батлил. На слово, на слово. Это мой самый худший, наверное, батл. Но самый прикол в том, что я его выиграл. Я потом делал батлы намного лучше, но проигрывал. Там Мариарчи, Пунктиру, там, да. А вот с Нонградой я сделал хуевый батл, полный нелепых всяких хуетений. Но я выиграл, потому что Нонграда забывал текст постоянно. Ну, вот. Я Нонград, ну, типа, я короче, ну, похуй на него вообще. Я не люблю Нонград, потому что он пидор, типа... Вот, если... Ну, я не люблю Нонграда, потому что он пидор, гей, типа. Он гей, он просто пидор. Есть гей, а есть пидоры, типа, понимаешь? Не очень, для меня это одно и то же. Ну ладно, короче, ну есть, знаешь, которые в жопу не долбятся, но все равно пидоры. А, в жопу не долбятся, но все равно пидоры. Да, много таких я видел, да, вот, есть такие. Вот, мне кажется, город таких. Ага, я понял. Ну, это вызов, на самом деле, это вот. Вызов. Ты, ой, господи, знаешь, сколько у нас было уже вызовов? Он просто, он очень, типа, знаешь, ну, как бы, я не знаю, ты... Все, короче, похуй, давай не об этом, типа. Ты хороший батл-рэпер, мне кажется, то, что ты круто, типа, делаешь фристайл-батл. Спасибо большое, Ксения, спасибо. Слушай, такой еще вопрос. Знаешь ли ты... На свадьбу с Ксюшей тебе, дорог. Слушай, ну Тимаев Алан, с Ксюшей на свадьбу, я обязательно поеду к ней на свадьбу, вот, да, обязательно. Да, приезжай, у нас будет там обязательно еврейский. Обязательно еврейский, обязательно приеду. Вот ты знаешь, что ты даже этот, как его, собственно, ты не смотрела мои стримы-то толком, но ты уже вошла в историю наших стримов. Ты знаешь, ёб твою, нихуя себе там денег, блядь, навалила, пиздец, Ксюха, ты просто уничтожаешь. Слушай, давай я тоже буду... Наушники так, нормальные, больше 12к стоят. Антон Рус... Андрей Борисович, о, спасибо тебе огромное, Андрюха, просто от души. Косарь упал, спасибо огромное, братишка. Погоди, что хотел спросить? Вот, то, что ты вошла в историю наших стримов. И даже на батле «Ясно, два типа» твоя цитата вошла вообще, ну, как бы, типа, ты прикоснулась к этому. Твоя строчка... Попила ананасовый сок, когда ты читала Маше Химе про ананасовый сок. О чем эта строчка? Или твой парень пил ананасовый сок? В общем, как ты хотела... Ты не знаешь, блядь, ты не знаешь, что это такое? Я просто знаю, но я не знаю, как объяснить парням, которые в этом чате, потому что у нас был один, вызвался, он объяснил. Пусть пробьют, типа, пусть... Как связан ананасовый сок и батл рэп? Ну, типа, если с парнем знакомы часок, покупаешь ему ананасовый да, сок. Да, да, вот, видишь, полная цитата. И в чем, как бы, собственно, суть этого панчлайна, потому что я не могу, собственно, вербализировать, как ой, бы, знаешь, что? Все короче, смыслы. Мы как-то стояли с Машей Химой и с кем-то еще в клубе каком-то на батле, угу. Типа, вот так вот с кем-то, и Маша Хима кому-то объясняла этот панч, типа. Реально, ага. Вот я сейчас вспомнила, типа, этот момент. И она вот кому-то объясняла, что вот, зачем, типа, вот, прикольно, я заценила, типа. Ну, блядь, короче, если парень пьет ананасовый сок, потом сперма перестает быть горькой. На какой-то промежуток времени. На какой-то промежуток. То есть это не вечный иммунитет. Это время можно использовать. Использовать как-то. Как-то, собственно, да. Непонятно. И, как бы использовать с пользой, как говорится. Использовать с пользой. Ксения, ну я обязательно подумаю над этой информацией. Ну, посмотрите, понимаете, вот я, все понимали до этого, да, и когда я сказала, типа, этот панч, все понимали, и все угорали, и никто не спрашивал, откуда ты знаешь, но сейчас, когда я рассказала, все теперь спрашивают, откуда ты знаешь, блять, почему вы раньше не задали этот вопрос, как бы, сейчас уже поздно, я не отвечу, раньше надо было задавать. Абсолютно верно. Так, от Москвы едут я, Ксюха, Рифмобес, Кингсайз и Тонский.
А от это них батлят рэпак, а от них батлят Сама, Саморез, Роа, Шел и Щербак. Я знаю там только Саморезы. Юля, по-моему, где-то промелькнула, нет, мне показалось. Рэпак пишет: за Москву выступает. Рэпак. Я, Ксюха, Рифмабес, Кингсайз и Тонский. В чате. Да ты не видишь его в чате, он мне в донаты пульнул. Он же авторитетный. Это же Лев Рэпак, он не будет общаться в чате, он сразу донат ебанет. За Москву, Само, Саморез, Роа, Шел и Щербак. Ой, за Питер это. Ну, ты не знаю, оппоненты, короче. Ну, я тебе поэтому и говорю, серьезная команда, надо, блядь, стараться, типа, разъебать, а то надо... Смотри, я еще недолго с тобой буду стримить, минуточек 15-20. Вот такая ты, то есть батл мне в соло смотреть? Ну, ладно тогда. Ну нет, слушай, просто время-то 22.01 уже, и как бы я-то серьезный человек. У меня серьезные дела, у меня завтра как бы серьезное мероприятие с утра. Сердце-то обливается кровью, когда я такое слышу. Ну что делать, я это понимаю. У меня здоровое питание, мне нужно... Ананасовый сок пьешь, нет? Да, и ананасовый сок обязательно попить. У Рифмабеса нет инсты. У меня нет инсты. А, вот, спрашиваю тебя в сотый раз, как ты относишься к Картрайту? Вот, Олег Смирнов очень хочет знать. Я не знаю, кто такой, я не знаю Картрайта. Ну, что-то как, ну, не знаю, нормально, рэпер какой-то, хуй знает. Я его не знаю. Слушай, кстати, вот на последнем фристайл-баттле ты стала по-другому подавать. Ты стала подавать более спокойно. Ты просто была уставшая на последнем фристайл-баттле. А, ты просто была на здоровом образе жизни. Ну нет, ну просто мне было очень плохо тогда. Я была, во-первых, в депресснике, но это не то, типа... Мне просто было очень плохо. Я заболела, мы за день до этого сидели, типа, тусовались у Льва Рыбака на хате, типа, пили чай с одним чуваком, который, блядь, болел. И на следующий день мы все заболели, и Лев сейчас болеет тоже, короче. Ну, в общем, типа, ну, просто был не мой день, и все, наверное. Надо просто проще к этому относиться, потому что я очень сильно переживаю каждый раз, когда, типа, что-то делаю вообще, переживаю насчет результата. Поэтому лучше не загоняться, типа, и как бы такое бывает. Похуй. Че такого? Вот. Ну, действительно, а почему нет? Кстати, собственно, пока, давай у нас, раз 15 минут, я буду задавать самый важный вот вопрос, вот что мне интересно. Женский рэп в России. Эмилевская, Мози Монтана, Хима, кто еще там помимо тебя представляет эту сцену? Да не знаю, можно и Мэду вспомнить, и Юлю Киви туда отнести после ее дебюта, нарвать на битах Юля недавнем. Киви, ну, она на битах выдала против Химы, кстати, и, собственно, выдала прилично. Слушай, да, мне очень интересно посмотреть это. Ну, это будет смешно. Вот, женский... Да, мне кажется, это смешно. Женский рэп как тебе вообще? Как тебе женский рэп? Я не знаю, блядь. В смысле, ну, типа, как, в смысле женский рэп? Ну, вот Эмилевская как тебе? Когда она читает вот там, он классно тренирует, наверное, это кроссфит. Почему, когда, блядь, говорят, типа, рэп, да, когда... Пацаны читают рэп, говорят просто рэп. А когда бабы читают рэп, говорят женский рэп. Ну, потому что они же женщины. Мужской рэп. А мы же не говорим мужской рэп, женский рэп. Это ж не туалет, блядь. Как бы, слушай, не знаю. Мне нравится просто клевый рэп. И все, пиздатый рэп. Если это читает тёлка, круто. Если, к сожалению, ну, типа, девушек меньше, типа. А может, и к счастью, типа, кто круто делает. Вот так вот, понимаешь, рэп крутой, как бы похуй, кто его исполняет. Слушай, а как вообще мужчины реагируют, когда вот, я вот так представляю, просто кафе, вечер, да, там ты сидишь, сидит там парень, там вы где-то познакомились, и он тебя спрашивает: слушай, Ксения, а чем вообще занимаешься? И ты такая говоришь: ну, слушай, я вообще вот, как бы, ну, типов разъебываю на батлах. Ну, как мы бы читаем про мамку. Мы с вами познакомились. И как реагируют мужчины вообще на это? Ну, слушай, не знаю, многие, типа, говорят, очень круто, кто-то говорит... Потом звонит и как бы спонсирует мое творчество, типа, помогает мне, что-то делает. Кто-то, ну, типа, ну, именно вообще просто не, типа, с парнем там знакомишься. Вот с моим парнем, типа, мы так и познакомились. Он мне такое что-то сказал там, про ты чё, рэпер, а я одеваюсь еще, типа, как пацан. И я говорю, ну да, типа, и он такой, он вообще подумал то, что я, знаешь, как гидропонка, типа, такие тёлки. А он просто зашел, посмотрел батлы, где я там разъёбываю, типа, он такой, блядь, нихуя себе, прикольно. Ну вот как-то так, типа, получилось. Ну я же могу быть не только, блядь, батл-рэп разъёб, понимаешь? Я вообще не батл-рэпер, мне нравится фристайл-батл, потому что это, ну, на моменте вы, короче, друг друга, типа, задеваете, типа, как-то подкалываете жестко, типа, разъёбываете. Это прикольно.
Вот. А ты считаешь, есть перспектива у этого жанра? То есть многие говорят, что онлайны мертвы, фристайлы вообще уже еле дышат. Вот как ты считаешь, куда это будет двигаться и во что это выльется? Потому что, по моим ощущениям, фристайл сейчас существует, ну, в России, как именно отдельный жанр, процентов на 60, благодаря тому, что рэпак вкладывается в него. И если бы не было рэпака, я думаю, вряд ли бы фристайл, собственно, ну так бы развивался, да, потому что именно как отдельный жанр многие рэперы его не воспринимают. То есть, вот, что ты думаешь вообще об этом? Именно о перспективах фристайла в ближайшие там 5-10 лет, то есть как это будет выглядеть? Слушай, я вообще стараюсь в своей жизни не загадывать и какие-то там что-то там не делать, типа, да, но мне кажется, все постепенно будет расти, что-то мы делаем, что-то... Мы, понимаешь, типа, такие чуваки, которые, типа, не вот так говорят, типа, кэш, туда-сюда, типа... Я в какой-то момент просто, типа, начала, типа, спокойно делать бабки, что-то выступать для людей каких-то там, что-то делать, короче. Иногда, типа, ну, мое выступление стоит, типа, дороже, чем я могу, типа, собрать на концерте. Понимаешь, типа, какой-то... Ну, не то, что корпоратив. Я реально читаю, типа, свои треки, понимаешь, жесткие, типа, андеграундные, mm-hmm. вот у типов, как, ну, реально у директоров крупных компаний, там, чуваков, ну, которые реально серьезные чуваки, они приходят на батлы ко мне. Они все, типа, меня знают, им просто по кайфу то, что девочка вот такая... Я же говорю, у меня жесткая история, типа, моя, моего вообще рэпа, типа. И когда они понимают то, что я такая же, типа, в принципе, как они, такой же чувак, который старается что-то сделать, пробиться, и все прикольно, им нравится моя музыка, и я выступаю вот так вот. Поэтому я не знаю, типа, вот моя, как бы, такая вот история, типа, то, что... Я делаю вот так, я понял, знаю, погоди, но а жанр, перспективы... как ты считаешь, он будет развиваться или нет? Ну вот, мне кажется, только для тех, типа, кому это нужно. Это вот про что я тебе говорю. Мне кажется, скорее всего, этого не будет, то, что это будут какие-то большие площадки, дикие, типа, и, ну, какие-то разъёбы, концерты, ну, как бы, что-то типа урбании, мне кажется, да, зайдет и будет очень круто, типа, будет фристайл. То есть в еще одну урбанию ты веришь? В еще одну урбанию веришь, что вот будет проект... Я не хочу, чтобы фристайл взорвал, потому что если фристайл взорвет, он, блядь, и пропадет. Вот только тогда он совсем пропадет. Почему он живет столько лет? Ну потому что, блядь, потому что это так и есть во всем, везде, блядь. Это как артисты, которые вот так ярко горят, и потом они, ну, пропадают. Но это как, я не знаю, типа... Фристайл двигается, типа, живет. Фристайл живет спокойно. Это фристайл — это дитя улицы, которое живет своей жизнью прекрасной, чудесной, и развивается, и приходит в массы иногда, типа, чтобы порадовать всех людей. Ну, Азик, смотри, так если... То есть, как я понимаю, смотри, вот есть индустрия, она набирает какую-то популярность, как офлайн, и в нее начинают вливать бабки, появляются спонсоры, появляются популяризуется жанр, приходят новые какие-то игроки, да, то есть, грубо говоря, ну, типа, если во что-то вкладывают бабло, это развивается быстрее, то есть, если во фристайл, например, там, будут вкладывать бабло, он начнет развиваться, но для этого ему нужно, как я это вижу, какое-то второе дыхание, собственно. Вот, а пока за счет чего это второе дыхание можно дать фристайлу, я не вижу. Какое второе дыхание? Ну вот, тоже, да, как бы, я с тобой согласна, я не знаю, какое второе дыхание, типа. Второе дыхание — свежие люди, типа, свежий взгляд на это, что-то читать, фристайл, прокачиваться ежедневно. Я не знаю, типа, какая перспектива, блядь. Просто будут батлы, типа, я была бы очень рада, чтобы было, там были какие-то большие, типа, батлы крутые, прям люди приходили и прокачивались под фристайл. Чтобы фристайл рэп записывался там, как, типа, батлы на Версусе, там, допустим. Ну, типа, чтобы был такой формат, чтобы это был формат фристайл. Ну, просто это же не всегда выходит. Ты же сам это понимаешь, что не у всех всегда может, блядь, зайти. Так много вопросов. Слушай, популярный очень вопрос, но вот просят назови, пожалуйста, топ-3 своих любимых, ну, собственно, исполнителя хип-хопа, я думаю, наверное, на русском. И, собственно, топ-3 любимых батл MC, там, может быть, батлы, которых ты любишь смотреть. Тюр-тюр-тюр. Лев Рыпак. Лев Рыпак, это естественно. Лев Рыпак.
Кто еще? Да из русских, даже не знаю. Да три это мало, я не могу так сказать. У меня много, типа, и у меня нет любимых вообще, там, я не знаю. Вот последнего, я не знала, никогда не думала, что я Фейса буду слушать. Последний вот мне понравился очень, два трека, типа, реально, вот, мне очень понравился. Я же говорю, я люблю людей, мне интересно очень думать, почему он это написал, как он пришел к тому, что вот он такую хуйню писал, потом он вот так написал, типа. Это очень интересно, и ты понимаешь, что это реально хороший человек, потому что, ну, какой-то интересный человек, раз он так интересно мыслит. Вот, поэтому таких много рэперов, и мне очень трудно сказать, кто мой любимый. Я могу, он может хуйни завтра повыпускать, и я скажу, что он не мой любимый рэпер. Ну, а батл MC каких бы ты выделила? Ну, из всех батлов, что я смотрела, Лев Рыпак, это, блядь, просто... Ну, естественно! Он, знаешь, как разъеб... Он такие, блядь, он реально чувак... Я еще на шестом хип-хоп следил, как он разъебывал. Он садится вот так, понимаешь, и он может 6 часов, 10, 200 часов, он может сидеть просто и писать текст вот так, блядь, нормально, заебись, загоняться прям. Но он реально, типа, крутой батл-рэпер, и он к этому очень серьезно, типа, относится. Когда он батлится, это очень, ну, типа, серьезно. Вот, Лев Рыбак, блядь, на первом месте. Конечно, Валь Вальчинский на втором месте. О-о-о. И на третьем месте Ксюх на полусогнутых. А, ну, тоже, ну, слушай, ну, это прекрасно, это прекрасно. Слушай, чудесно все. Ну, не знаю кто. Ну, блядь, Гукил. Ну, Гукил, он просто, типа, чувак, блядь, который пришел. И он, ну, он же не батлил. Он как Алфавит тоже вышел про себя, зачитал просто. Зачитал, типа, рэп пиздатый, и все. Так, донаты читай, заебал. В жопу долбится и пидор. Давай, это... слушай, сколько ты там бабок набрал? Мне... Я тоже хочу... Я тоже хочу половину, да, Ксюха? Как на Западе. Половину. Я, погоди, да, ты просчитай. Я буду тоже... Вот, пацаны, подписывайтесь на мой канал. Я буду выходить, делать стрим. Все. Донать. У меня нет микро и камеры. Вот мне принесли. Донатьте мне, пожалуйста, на микрофон. Так, вот тут пишут тебе, что ты красивая. А Ксюха так ты красивая. Красивая батлерка. Вот, я буду такая, и я буду краситься каждый день ради вас. Я буду каждый день красивая выходить в эфир. На самом деле, слушай, просто можно вообще на самом деле создать канал и поприкалываться. Может быть, тогда мы... Вот, можно, понимаешь, вот не хочется делать батлы, сколько вот спонсоров подтягивать, то пиздец уже там, да? Ребята, вот, давайте. Цена вопроса 10 кабель. Делайте. Samsung, GTH, камера. Девочки, помогите. Да нет, делайте вот... Давайте, скиньте рифмобесу нас, там, на донате ему денег, сколько-нибудь, 30 тысяч, да? Слушай, нормально, 30 тысяч, это солидно, солидно. 30 тысяч, да? Смотрите, 30 тысяч, да? На эти 30 тысяч он сделает батл. Батл? Обязательно? Да, да, ты сделаешь батл. И ты приедешь, его выиграешь и заберешь у меня деньги. Да нет, да смотри, ты позовешь там 5 человек, смотри, 5 человек позовешь? Позову. Батл рэперов. С мастерской, ребят, да? Позовешь, короче, там еще кого-нибудь позовешь и сделаешь там приз 20 тысяч. Возьмешь, ну, организацию там что-нибудь сделаешь за 10 тысяч. Там сейчас тепло будет, можно на улице уже. Вот. За 10 тысяч там все придумаешь, 20 тысяч сделай приз. Вот организуешь, это будет твой вклад в развитие батл-рэпа. Слушай, ну, Ксения, это сильно. А можешь вообще еще лучше сделать. Просто на донате бабок, пожалуйста, рифмобесу. Ой, Ксюшка, и приходи во фристайл-мастерскую. Я вообще, я всегда за. Я всегда. Когда ты придешь? За. Когда ты придешь? Ух ты, как сразу-то меня спрашиваешь. Ну вот ананасового сачку припью. Ты в Калуге живешь? Ну я в Калуге живу, как не в Калуге. Вот тебе ехать, пиздец. 3 часа. А ты была в Калуге, кстати, вообще? Да. А что ты делала в Калуге? А у меня бывший в Калуге живет. Так, шутки отставить. Я же прикалывалась. Ну, да, я Калуге, понял. В Обнинске. А, ну в Обнинске, нормально. Обнинск, атомная энергетика. Респект, ребята, спасибо за стрим. Рэпак закинул 5-хаточку. Лев, спасибо тебе, Лев. Слушал вот треки твои, Рэмдигу разъебал знатно. Рэмдигу разъебал? Ты что, ты даже не знаешь, что ли? Ксюша, Ксюша, ну вот... чему вас учат? Ну нет, слушай. Он, кстати, передавал респекты в том треке на Анграте, а тебе не передавал, если что. Можешь спросить у Льва, почему в треке против Рэмдиги он передал респект на Анграте, а тебе нет?
Наверное, потому что я до сих пор не послушала, блядь. Но просто у нас сразу началась трансляция с рифмобесом, братан. Я не успела. Просто давай можем трансляции послушать. Это трек старый, Ксюха, он старый. Давайте последние парочку вопросов. И давай, рифмобес, если будет время, зови там меня на трансляции еще по. Теперь всегда. Слушай, на тебя, ну как бы, донатя просто мне летят. Мы просто уничтожаем. Так, парочку вопросов. Давай так. Давай, я сразу немножечко. Вот мне интересно. Давай. Секс - символ русского батл-рэпа. Льва пока не называть. Давай так. Паша Техник. Паша Техник. Ну, так сказать, Паша Техник, да, он... Я видела в Инстаграме. Так сказать. Кто красивее, Паша Техник или Айза? И Паша Техник победил. С разницей там 70 с чем-то процентов за Пашу, там 30 за Айзу. Паша Техник показал, так сказать, все батл-рэп аудитории, поэтому действительно, может быть... Да, Паша Техник. Тот версус, это легенда, конечно. Паша, ну, слушай, ну это неожиданно, это неожиданно, да. Вот, так, и еще, Паша. Так, слушай, а ты смотрела Fresh Blood последний, чтоб я сразу понимал, Fresh Blood последний смотрела? Да, смотрела, но не весь, ну я последний выпуск смотрела, у меня парень смотрит просто, я не смотрю, это хуйню. Так, сейчас, и давайте последний вопрос, и я быстренько выберу самый интересный, крайний. Сейчас вот, прям, чтоб тебя такого спросить, прям вот, чтоб прям охуенно было. Давай. Бля, надо что-то по батловому пути бы что-то хочется спросить. Ща. Кто... батлет круче, как ты считаешь, Оксимирон или Гнойный? Я считаю то, что... Оксимирон. Оксимирон, почему? Ну, блядь, ну, слушай, если... Давай так, если Гнойный еще там пару лет будет так же разъебывать и батлить, то я смогу сказать, что это Гнойный. Но Оксимирон просто столько разъебывал, батлил, один раз проебал, типа, Гнойному, да, ну потому что такое нужно чувакам, вот как со мной, типа, было, да, я же говорю, люблю людей, интересно, почему так. Им это нужно людям. Он проебал, пошел, разъебал дизастер на другом языке, а не на родном. Но батл рэпер, ну, мне кажется, Оксимирон, да он сделал это все так круто. Мне кажется, то, что, да, Окси батл рэпер крутой. Кайф. Ну, Ксения, все, тогда я, если что, я тебя приглашаю. В следующий раз мы обязательно с тобой свяжемся. Ты же еще придешь в гости к нам, и мы договорим, правильно? Конечно, пиши. Ксения, спасибо тебе огромное, что пришла. Все, лайк, подписка, в Питере увидимся обязательно. Все, пока, мир. Всем пока. Всем пока.